Подозреваемых в вымогательстве денег у иностранцев в Харьковском аэропорту уже пятеро. Сегодня следователи прокуратуры объявили о подозрении начальнику подразделения полиции и двум его замам. Во время обысков у них изъяли около 5 миллионов гривен. Напомню, 10 дней назад на взятке погорели капитан и капрал полиции. По данным следствия, они организовали схему, которая успешно работала около полугода. У граждан Турции, которые прилетали в Харьков в качестве туристов, полицейские требовали деньги только за возможность выйти в город. Областная прокуратура требует отстранить полицейских от работы. Они отримували кошти від своїх підлеглих, тобто безпосередньо у іноземців кошти забирали оці двоє, які були арештовані в першу чергу. А вже керівництво, звісно, отримувало, так би мовити, процент від взагалі цієї схеми. Суми були дуже різні, там від зовсім маленьких сум. Якщо дуже велика група, то вони могли брати і по 50 гривень з людини. Остання сума була 50 доларів з людини.